Всем привет, с вами снова Данил Букреев. У нас очередная посылка с сайта AliExpress, заказанная с помощью бесплатного посредника AliExpress Украина. Что это, смотрите под видео. И здесь у нас начнем с новой аквасиней бирюзовой атласная дорожка на стол свадьбы, вечеринка, питание, оформление, много цветов, горячее. И такая вот, я так понимаю, что светодиодная гирлянда в виде роз, да? Ну, в общем-то, такой праздничный набор у нас сегодня. Давайте откроем, посмотрим. Как достану товар, так цены буду называть. Надо там аккуратно, там ткань все-таки. Все так завернуто, я думал поначалу. А теперь понял, что, наверное, все это дело завернуто в ткань. Посылка пришла достаточно быстро, продавец адекватен. Так. Ну, давайте начнем с нашей атласной ткани для столов горячей. Ну, что могу сказать? Просто атласная ткань. Так, тут собака пыталась совершить диверсию, потому что атласная ткань довольно длинная. Но мы ей не позволили. Ну, нужно выгладить, видимо. И вот такая вот атласная ткань. Достаточно все неплохо, вроде бы все швы, все нормально. Никаких вроде бы претензий нету. В плане длины, я думаю, что продавец указал все верно. Так, теперь можно перейти к нашим светодиодным гирляндам, как это указано у продавца. Ссылки, конечно же, на товар под видео. Все очень шуршит. Аккуратно достаем. Так, забыл сказать о цене. Очень шуршащий пакет. Так, цена. Атласная ткань стоила около $4.10, а вот эти вот светодиодные розы стоили $6.46. Что мы здесь видим? Да, это на батарейках даже. Вообще прекрасно. Я не знаю, есть ли смысл мне разворачивать все это дело. Наверное, я сейчас просто сюда поставлю батарейки, и мы с вами посмотрим, как это все выглядит в таком виде. Потому что, ну... Я решил все-таки не разворачивать данные розы, потому что так красиво, как их тут позавязывал, посворачивал продавец, я этого не сделаю. Ну что сказать, материал, ну, похож на какой-то такой тонкий очень поролон, но смотрится достаточно реалистично, когда их не включить. Здесь есть два режима, вот такой вот мерцающий и просто фиксированное свечение. Даже таким вот образом, по-моему, смотрится довольно неплохо, интересно, да? Ну, то есть вот, да, таким образом все это дело происходит. Грубо говоря, просто гирлянда с вот такими вот прикольными розочками. Для вечеринок, там, может, на свадьбу или еще что-то. Неплохо. Я считаю, что все отлично. Все диоды, все горит, все лампочки, все нормально. Так что продавцу однозначно плюс. Никаких претензий нет. Какая-то ниточка торчит. Только мне вот даже прикольно, вот даже вот таким вот образом смотрится. А если еще где-то, я думаю, развесить, чем-то украсить, будет вообще прекрасно. Так что продавцу однозначно плюс, все прекрасно прислал, никаких претензий, ссылки все под видео. С вами был Данил Букреев, подписывайтесь на мой канал, до следующих встреч.